Приветствую всех на канале Smartbox. Сегодня у нас будет распаковочка вот такой вот небольшой посылочки. Ранее я такие товары никогда не заказывал на Алиэкспресс, но тут случайно наткнулся и решил попробовать. А вдруг для этой распаковки нам понадобится реквизит. Сейчас я его достану. Вот так вот выглядит реквизитик. Также нам понадобится еще парочка реквизитиков. Давайте открывать и смотреть, что же там внутри. Итак, как вы уже поняли, в посылке находился патронтаж для приклада на 6 патронов 12 калибра. Давайте смотреть, какого он качества. Раньше я такие вещи не заказывал на Алиэкспресс. Ну, потому что все-таки для таких целей нужно что-то более качественное, чтобы все было надежно, практично. Вот как-то случайно увидел этот патронтаж на сайте Алиэкспресс. Посмотрел внимательно, посмотрел фотки. Вроде бы ничего. В общем, решил заказать, тем более, что цена там вообще копейки. Итак, что же мы получили? Сшито все вроде бы неплохо. Швы все тоже вроде бы ничего. Внутри прорезинено все. Вот это, пожалуй, самый главный момент. Главное, чтобы ничего не скользило. Под патроны вот такая вот резиночка. В принципе, очень жесткая. Не знаю, как со временем, растянется она или нет. Это будет уже видно на практике. Но пока вроде бы никаких претензий нет. Давайте его оденем на приклад и посмотрим, как оно будет на нем сидеть. В принципе, село совсем неплохо. Давайте снарядим его. И вот так это выглядит уже в готовом виде. Ну что могу сказать? В принципе, знаете, неплохо. Наверное, давайте подведу итог. Мои ощущения. Знаете, на удивление, меня все устраивает. Пока у меня претензий к качеству абсолютно никаких нет. Сидит все идеально. Патроны все держатся очень хорошо. Еще раз повторю, не знаю, как со временем, насколько эта резинка быстро растянется. Нет сомнений, что, конечно, она когда-нибудь обязательно растянется, но как бы всему есть свой срок. Так что, в принципе, патронтаж этот я рекомендую к покупке. Еще раз давайте продемонстрируем, как он сидит на прикладе. По-моему, выглядит неплохо, держится крепко благодаря прорезиненной основе. Вот такая вот неожиданная распаковочка китайского патронтажа была сегодня на моем канале. Всем, кому это видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока!